Все гости, с которыми мы успели пообщаться за эти два дня, обычно рассказывают о своих грандиозных планах, о том, как они хотят выйти на европейский рынок. Но Анастасия расскажет, как европейские компании приходят в Россию, как они делают действительно уникальные продукты. Здрасте, Настя, как ваши дела, как ваше настроение? Здравствуйте, мне очень приятно вас видеть, очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, все хорошо. Это взаимно. Я должен сказать, что пока мы с вами готовились к нашему небольшому интервью, я, честно, был потрясен. О том, какой продукт, во-первых, вы делаете, во-вторых, как вы это делаете, и, собственно, кто является вашим потребителем. Расскажите нашим телезрителям об этом. Спасибо большое за ваш интерес. Я хочу сказать, что наша фабрика находится в Испании, на самом юге, среди прекрасных деревьев манго и авокадо. Мы работаем полностью на собственном сырье и готовим свежий соус гуакамоле и свежую мякоть манго. Интерес в том, что наш продукт не проходит консервацию и пастеризацию. Технология называется High Pressure Processing, технология холодной пастеризации. Аналогов в России она не имеет. То есть наш продукт упаковывается и подвергается давлению в 6000 атмосфер, не повышая температуру. Что такое 6000 атмосфер? 6000 атмосфер – это как будто мы погрузили эту банку вглубь океана на 60 километров. Такого не существует в природе. То есть вы не подвергаете процесс приготовления нагреванию, и получается, что все бактерии, микроорганизмы, все, что не полезно, условно говоря, находится внутри вашего продукта, оно погибает, и у нас получается абсолютно органический здоровый продукт. Да, все правильно. То есть все бактерии, разрушающие этот продукт во времени, они погибают. Органолептика, то есть вкус, запах, аромат, не меняется продукта, то есть вы приготовили гуакамоле или открыли эту баночку через 53 дня, вкус абсолютно неизменный. Где можно это все приобрести, посмотреть, потрогать и уже использовать в приготовлении своих домашних блюд? Мы продаемся, делаем частную марку для сети супермаркетов «Вкусвилл». Мы продаемся в супермаркетах «Метро» и продаемся в «Билли». Слушайте, ну я желаю, чтобы как можно больше блюд было приготовлено с помощью ваших вкусных соусов. Это действительно очень интересный, классный продукт и действительно необычный, а самое главное – полезный. Да, это действительно полезный продукт, это абсолютный ЗОЖ. Также он является постным продуктом и веганским. Спасибо за ваш интерес. Пользуйтесь случаем, и пока идет большой пост, очень рекомендую это попробовать. Это выглядит супер аппетитно и невероятно. Ну а вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.